9 статьи 1 закона города Москвы от 11 июня 2012 года номер 39 о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, уставом муниципального округа Донской, регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию места размещения ярмарок выходного дня и проведения мониторинга их работы, утвержденного совета, мы выходим на мониторинг ярмарки. Каждый год мы это делаем, и могу сказать, от года к году, ну, порядок там, как бы, претензий к порядку на ярмарке нет. Начиная от, да, там, контрольных весов, санитарных мест, куда ходят продавцы, да, там, заканчивая внешним видом продавцов, внешним видом прилавков, придраться, ну, и не хотелось бы придираться, но, в принципе, у них в этом плане полный порядок. Поэтому вот все мониторинги, которые мы проводили, я ничего плохого про ярмарку сказать не могу. Цены, ну, к ценам мы тут отношения, опять же, уже обсудили и не имеем. Вот. А все остальное в полном порядке. Да. Уважаемые депутаты, я еще хочу напомнить, что в соответствии с регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведения мониторинга работы. Предметом мониторинга является соблюдение требований по организации ярмарки, расположение и количество мест для продажи товаров, отсутствие товаров, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена. Ну, это все первым делом. И наличие стандартного торгового технологического оборудования. Это при необходимости биотуалеты. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов. Вот в этом заключается. Есть, мало того, мы выходим, не предупреждая, и хочу сказать, всегда, ну, порядок всегда там достаточно, ну, всегда все в порядке.